Хочу передать привет группе ИП-28. Меня зовут Дима, и я хочу передать привет стране. Меня зовут Леша, я хочу передать маме и папе, и бабушке, и дедушке всем привет. Я хочу передать привет всем своим близким, своей маме, своему папе, своей бабушке, дедушке, своему классному руководителю Татьяне Юрьевне, также всем учителям, которые у нас есть в школе. Всем огромный привет. Хочу также посоветовать вам посмотреть фильм «Джокер», который идет сейчас в кино. Также можете посмотреть, точнее пересмотреть фильм «Оно». Достаточно интересный, и вам всем понравится. Да понимаете, хорошая баня. Есть только центральная и наша, на Гагарина. Но такой парной, как в бане на Гагарина, в центральных нет. Там они миленькие какие-то, непонятные. Я там пробовал париться, но плохо. А вот здесь отдыхаешь душой. И прошел слух, что какая-то дама в доме нашей городской пытается закрыть ее, последнюю хорошую баню. Ну, это возмутительно просто. Я когда приехал в город в 66-м году, и с тех пор хожу в эту баню. Вы знаете, вообще парная всегда на высоте. Бывают, конечно, у них сбои, но надо бы их поддержать. Пусть она работает, все-таки пункт оздоровления, только и всего. О, добрый вечер, друзья. Вы знаете, я уже 6 лет живу в Сарове, и 6 лет я думал, чего не хватает городу, чтобы в нем было много счастья и добра. Это трамвай. Вам срочно нужен трамвай. Трамвай нужен от 3-го КП до основной площадки, от основной площадки до здания 360, оттуда до 3-го завода, от 3-го завода до протяжки, от протяжки до 21-й площадки, потом до Атома, потом до Музрукова, а потом снова на 3-й КП. Это просто невероятно гениальное решение. А еще там должны быть турникеты. Обязательно должны быть турникеты и стикеры «Канал 16». Ну, лично я досуг строю так, что стараюсь выезжать из города. Хотя у нас в городе тоже достаточно часто интересные события происходят. То есть в этом плане, мне кажется, работа общественных организаций заслуживает внимания и какого-то поощрения. Вот. Ну, конечно, нет такого разнообразия, как в больших городах, но это оно и понятно.